Работать активнее над включением федеральной программы строительства жилья должны власти Камчатки. Об этом в ходе визита в Быстринский район заявил в РИО губернатора края Владимир Солодов. Строительство многоэтажного и индивидуального жилья, а также капитальный ремонт – это основные вопросы, которые поднимались жителями сел Эссе и Анавгай во время встреч с главой края. К сожалению, в последние годы ничего не строилось с 2016 года. И, к сожалению, надо сказать, что муниципальные власти и краевые не включили аварийное жилье в федеральные программы, не признали его в установленном порядке, не собрали документы, и, можно так сказать, поселок пролетел мимо федеральных программ. Конечно, это очень обидно, потому что мы бы имели очень хороший механизм решения этого вопроса. Это не означает, что мы не будем его решать, решение будет находиться. Мы будем планировать и строительство многоэтажных домов, просто сейчас более кропотливая работа предстоит по формированию программы. И второе направление, которое я здесь вижу, которое, мне кажется, как раз в Эссе огромный потенциал имеет, это развитие индивидуального жилищного строительства. Глава Камчатки отметил, что во время визита он встретился с несколькими семьями, которые переехали в Эссе из Петропавловска. А это говорит о том, что село очень привлекательное, раз люди переезжают сюда даже из краевой столицы. В правительстве Камчатки отметили, что региональные и районные власти должны сделать все, чтобы здесь развивались эти два направления строительства.